Ну вот они, паутинники. Здесь их целая поляна. Рядом рядовки голубиные, белоснежные, белые. А здесь паутинники такие. О, красивые какие. Получше типа под осиновика, а то вот целая поляна чего. А, ну красиво. Люблю такую красоту снимать, когда парочки. О, паутинники красивенькие. А там, наверное, гриб-зеленушка. Сейчас посмотрим. Рядовка. Ну ладно, это не очень важно. Растет паутинник браслетчатый или какой-нибудь. Да не знаю даже, как называется. Таких паутинников здесь очень-очень много. Красивые грибы. Пахнут они невкусно. Это несъедобные, это ядовитые. Вон еще один паутинник молодой. Их прямо здесь очень много. Еще черники много почему-то. А уже сентябрь. Вот красавчик какой. Такие вот бороздки у него. Неровные, разные. Ой, пахнет он невкусно. Такая ножка. Вот такой вот гриб. Тут брусневичка, тут черневичка. Всего понемножку. Кто-то сбил, не утерпел, сбил. Эти вот еще растут, а этого сбили. Кто-то здесь был все-таки. Вот такие они ржавые пластиночки и клубень. Вот. А это молоденький такой. Их есть нельзя. Все. Дятел, что ли, там стучит? Наверное. Там еще притаился один. Хорошо. Красиво. Красиво растут паутинники. Очень мне нравится. Супер. А в нашем лесу есть уже опята. Они такие маленькие. С мизинчик, даже меньше. С полмизинчика. Вчера мы заметили. В Москве уже собирают, а мы еще нет. Ну ладно. Хоть на это посмотрим.